У меня прекрасная мама. Мне кажется, у нее нет недостатков. От нее исходит то радушие и тепло. Хотите что-нибудь выпить? Что ты будешь ледяной делать? Холод. Алло, хотите или нет? Воды. Кофе. Ну так и скажите, что мне клещами из вас вытягивают. Кофе и воды, сложно сказать, что ли? Принеси-ка им кофе и воды. Я очень хорошо подражаю маме. Кофе и воды, сложно сказать, что ли? Ее жест, ее манера говорить, это что-то. Нет, спасибо. Единственный, кто на это не покупается, это мой отец. Ты теперь наряжаешься папуасом? Не знаю почему, но он не хочет, чтобы я был девочкой. Это что такое? Что, вот это? Ты, Кордей, на выходные не поедешь, я отвезу тебя в новый пансион. В какой новый пансион? Это был чудесный пансион. Именно там я встретил Джереми. С победой! Понимаешь, мама, я люблю Джереми, но Джереми не любит меня. Но некоторые из вас живут счастливо. Из кого из нас? Пока не попробуешь, ничего не поймешь. Но ты же боишься ездить верхом. О чем ты? Исключено? Черт, что вы не суете туда? Лучше расслабьте анус. Зачем? Надо. Халло, мистер Гальян. Я Реймонд. Халло, Реймонд. Как цела у его пупочка? Скажите, молодой человек, таблетки пьете? Да, старина, крепко за тебя вселись.